Та-дам! Короче, решила себе ужин сделать. Было ножки курицы, картошка, лук, что-то там еще. А, и детское питание, короче, у меня осталось. А это всякие кашки-малышки недоеденные. Ну что, в общем, взял приправы, взял детское питание, обмазал творог, положил соленый. В общем, надо попробовать. Так. Поставил на 160 градусов и час или даже полтора у меня выпекалось. Сейчас посмотрим. Ну-ка, как он встал? Мясо готово. Ну-ка, картошка. Картошка молодая, можно не чистить даже. Ломается хорошо, значит, можно есть. Так что, мужики, не надо слишком много денег тратить на всякую фигню. Лучше приготовьте дома что-нибудь себе. Так, ну-ка. Не особо соленая, но это нормально. Еще соль можно добавить. Мы пакеты, короче, для запекания у меня закончились. Надо будет в магазин взять. Зато у меня форма для кекса была. Я прикинул, что будет приготовить так в форме, в такой. Это не водичка, это у меня жир оставался от предыдущего раза, когда я запекал курицу. Я этот жир, когда он замерзает, я его не выбрасываю. Я его в морозилке собираю в такой емкости, сейчас покажу. И затем его использую. О, у меня там всякого барахла хватает. И затем использую, короче, приготовление еды. Ну реально, нафига покупать, если он столько жира. Это получается и желе, там и овощи, все остальное, то, что я не доел. Я это в морозилке держу, затем добавляю в запекание. Суп, допустим, варить тоже хорошо. Это живой бульон, а не какая-то химия. Так что, мужики, если что, держите эти темы. Не выбрасывайте. Так, что у нас там? Ну и курочки. Главное, по баблу вообще, короче, я скажу, перец у меня, паприка, была уже в морозилке. Лук купил, я не знаю, наверное, центов 20 потратил, может, меньше. Картошка евро 25, 2 килограмма. И вот эти вот ножки я, короче, брал и заплатил в районе евро 65, что ли. Ну и вот смотрите, если так прикинуть, в районе 3 евро потрачено денег. Ну хрен с ним, даже если там взять, допустим, цену паприки. А здесь реально, ну если бы вы покупали отдельно все, то есть не отдельно, а где-нибудь в Маке еду, я думаю, вы бы заплатили за маленькую тарелку 5, если не больше. Так что подумайте о том, что вам прикольнее и сытнее. Покупать или готовить. Ладненько. Вы там это, слюнки пускайте. А я ужинать пойду. Ням-ням-ням-ням-ням.